Детское радио представляет. В одном болоте, а может уже и не в болоте, может в собственном доме или в городской квартире, живет знаменитая лягушка-путешественница. Ква, это я. Больше всего на свете я люблю ква-ква-ква. Кваникулы и путешествовать. Вот только утки, это несовременно. Меня отправляет в разные места нашей страны волшебный глобус. Да, это я так придумала. Меня ждут Казань с Новосибом, Питер, Самара, Ростов. Какая большая моя Россия, в ней много красивых городов. Люблю путешествовать, в море купаться, вкусно поесть и в озера нырять, ходить по музеям и в горы взбираться. В общем, люблю я отдыхать. Каникулы. Лягушки-путешественницы. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Ой! О, лягушка, калинку-малинку поешь. А кто написал эту песню, знаешь? Ой, глобус, это же народная песня, ее народ придумал. Нет, лягушка, у песни есть автор, но его имя мало кому известно. Отправлю-ка я тебя в путешествие и дам задание узнать, кто написал «Калинку-малинку». Кручу, верчу. На каникулы лечу. Лягушка, ты тут? Тут я. Фото делаю. Мост очень красивый, с ажурными арками, а река... широкая, величественная. Волга, наверное. Угадала, лягушка. Река Волга, а город Саратов. На мост ты не зря засмотрелась. Грандиозное сооружение – один из символов Саратова. Его высота над Волгой плавно меняется в разных точках. Оттого мост смотрится как огромная волна, хотя местные жители любя называют его «горбатым». Ну что, прогуляешься по набережной космонавтов? Космонавтов? В Саратове что, кто-то из космонавтов жил? Не кто-то, а космонавт номер один в мире — Юрий Алексеевич Гагарин. Он в Саратове учился в техникуме. Учился, кстати, на отлично. Увлекался авиацией, записался в аэроклуб. И увлечение Гагарина сделало его героем? Да, что удивительно, когда Гагарин возвращался из космоса, приземлился он тоже недалеко от Саратова. Место приземления первого в истории космонавта можно посетить, а это, считай, достопримечательность мирового масштаба. Ой, интересная история у Саратова. Надо его повнимательнее рассмотреть. Пойду гулять на главный проспект. Ух ты, невероятное здание с такими башнями и шпилями. Ой, будто замок для принцев и принцесс. Это Саратовская консерватория. Здесь учатся музыканты, композиторы, дирижеры, певцы. Ой, какой Саратов музыкальный. И консерватория здесь поразительная. И автор «Калинки-малинки» где-то здесь. И знаменитая Саратовская гармонь тоже тут родилась. В городе, кстати, есть очень душевный памятник гармонии и гармонисту. А дома-то, дома-то какие красивые! В Саратове уживаются старинная архитектура и новостройки. Вот театр оперы и балета с колоннами и арками. А там, в современном здании, компания «Газпром», которая, как и в других городах России, обеспечивает людей газом. Ой, как же много интересного! Даже голова закружилась и... хочется перекусить. А ты зашла бы к Прачкину, лягушка. А это кто такой? Случайно не автор «Калинки-малинки»? Нет, он кондитер, который придумал пирожное «Волга». Знатоки берут это лакомство именно в его кондитерской.
Лягушка! Ура! Нашла! Ты так пирожным радуешься? Я узнала, где автора песни искать. Я пирожное съела, у меня настроение повысилось, я квакалинку запела. Так меня сразу отправили на проспект Столыпина, 13. Сказали, я там все про эту песню узнаю. Дом 13. А тут памятная доска. В этом здании работал автор песни «Калинка» Иван Петрович Ларионов. Да, талантливый, но скромный композитор и литератор. Он жил и работал тут, в Саратове. Песня Ларионова очень понравилась людям. Ее знали и пели все, и стали считать «Калинку» народной. А Ларионов и не настаивал, что он автор. Даже не все саратовцы знают, что в их городе жил такой особенный человек. А я теперь знаю. О, лягушка вернулась. Выполнила мое задание. Да, Глобус, я так рада, что побывала в Саратове, что узнала историю про Ивана Ларионова и про песню, известную во всем мире. Ну а теперь давай к новым путешествиям готовиться. Конечно! Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода, малинка моя. Ой! Меня ждут Казань с Новосибом, Питер, Самара, Ростов. Какая большая моя Россия, в ней много красивых городов. Люблю путешествовать, в море купаться, вкусно поесть и в озера нырять, ходить по музеям и в горы взбираться. В общем, люблю я отдыхать. Каникулы. Лягушки-путешественницы.